Спокойно. Ты в Рейвенсторпе. У меня в мастерской. Как себя чувствуешь? Помнишь что-нибудь из сна? Очень мало. Но чувствую, что должен куда-то спешить. Не удивлен, учитывая, что я тут слышал. Но это всего лишь грезы. А теперь тебе стоит отдохнуть. Хочешь увидеть, что я создал, слушая тебя? Покажи. Покажи. Скакун. Окрас Мунина, но это нам не надо все. Потом. Так, все оружие при нас. Хорошо. Так, я об эту сагу мы продолжим. А теперь вызов брошенный богами. Эйвор добрый. Добро пожаловать. Нравится? Ты здесь славно устроилась. Но как все это поможет открыть каменную дверь? Это статуя Фрейи. Нам понадобится ее милость, чтобы добраться до сокровищ. Ага, нам понадобится. Поверь, Эйвор, скрытая за той дверью дорогого стоит. Иди сюда. Чтобы снискать милость Фрейи, нужен бой. Смешно. Я подумал, ты вызываешь меня на бой. Я могу за себя постоять. Я не могу с тобой драться. Я же убью тебя. Попробуй. Нападай. Ага. Теперь вставай и посвятим поединок Фрейе. Бей сильнее, Эйвор! Ты чё? Вот, сражайся в полную силу. Ты открываешься для ударов. Так, теперь смотри. Воу. Теперь нападай. Что это за чар? Ты дерешься, словно разъяренный берсерк. 587. Но сперва бой. Стрел нет. Куда провалилась? Хватит! Славный бой! Много видал чудес, но такое, что за чары тебе подвластны, чтобы провидица так сражалась. Я не провидица. Вот я перед тобой. Старая воительница с парой секретов. Если это были не чары, то что же? Это боевая медитация. Ты вступил в Хукхейм, пространство рассудка. Это тайное искусство, открытое немногим. Ты сможешь без страха бить в полную силу. И тебе открыта эта тайна? А, так теперь ты позволишь мне остаться? Охотно. Расскажи, а зачем нужен этот амулет? Это сосуд. Его следует наполнить силой, рожденной в битве.
Но это возможно только близ такой статуи богини. Их немало в Мерсии. У меня есть еще вопросы. И ты получишь ответы. Но сперва найди ту статую, что я отметила на карте. Начни медитировать около нее. Амулет перенесет тебя в Хукхейм. А что потом, когда я закончу обучение? Возвращайся ко мне. Что ж, ладно. Ты знаешь Валку? Чем-то ты напоминаешь мне ее. Ступай, добрый Эйвор, и учись. Три километра. Не то тут. А, нет, вон там. Похоже, это та самая статуя. Давай, медведь. Клянусь богами, я словно грешу наяву. Чувствую прилив сил. Сдохни! Страху нет! Неужели это лишь порождение разума?
Но это не так интересно, как забытая сага. Дал мне сил. Thank you.
должен продолжить обучение. В другой раз, в другой раз. Так, сейчас мы изучим навыки.